26 июля 2023 год. Афоризм у меня на сегодня такой. Жизнь говёная не просто так, а чтобы по ней потом не скучать. Написал я 14 августа 2010 года этот афоризм оптимистичный. 14 августа 2010. Это уже 13 лет. Жизнь говёная не просто так, а чтобы потом по ней не скучать. Что у нас еще есть такого разряда? Господь скрывает смысл жизни не просто так, а чтобы мы не расстраивались. Да, ну вообще много у меня оптимистичных афоризмов в таком ключе. Самое интересное, я-то человек очень оптимистичный. Переживать бесполезно, всех не переживешь. Ладно, что есть, то есть.